Рока Эд-шоу. Восьмая серия. Поет про 14 февраля. Ты сказал 14 февраля, то я тебе скажу то, что про 14 февраля. 14 февраля это был день, когда я пришел в школу в карате. Меня научили различным смертельным приемом. Ты представляешь, как это круто. Они сказали, ты выучишь смертельные приемы. Он называется смертельный кулак. Представляешь, я смогу два человека просто одним маленьким ударом. Или одним ударом, блин. Так вот, они сказали, что я просто буду дотрагиваться до чувака, кто кричал там. Well, you got the idea.